Приветствую на канале Products from AliExpress. Спасибо, что зашли. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, пишите комментарии, жмите колокольчик, чтобы не пропустить новые видео. Ссылки на все товары, как всегда, в описании и в закрепленном комментарии. Приятного просмотра. Графический планшет XP Pen Deco 01 V2. 10×6 дюймов. 8 быстрых клавиш. 8192 уровней наклона 60 градусов. Предназначен для Windows, Mac, Android. XP Pen – профессиональный и надежный поставщик графических планшетов для рисования с экраном и без него. Выходите за рамки ограничений традиционных инструментов для рисования и откройте для себя безграничный потенциал цифрового искусства. Сегодня речь пойдет о достаточно бюджетном графическом планшете от компании XP Pen, которая получила название Deco 01 V2. Поставляется графический планшет в приятной упаковке из плотного синего картона. На лицевой стороне коробки есть изображение самого графического планшета Deco 01 V2 и в правом нижнем углу логотип компании. На тыльной стороне расположились основные технические характеристики устройства. Для того, чтобы открыть коробку, необходимо снять чехол из белого тонкого картона. И перед нами предстанет однотонная синяя упаковка, приятная на ощупь. Комплектация здесь действительно богатая. Внутри, помимо графического планшета, производители положили защитную пленку, USB кабель типа Type-C на одном конце и с обычным ПК-USB разъемом на другом конце. Документацию. Гарантийный талон. Стилус марки P03. 8 сменных наконечников. Подставку к стилусу. Перчатку. 2 переходника USB Type-C и Micro-USB. Защитная пленка поставляется в пакетике. USB кабель длинный, толстый и мягкий, легко сгибается. В документации указана информация о том, как происходит подключение к компьютеру, русский язык присутствует. 8 наконечников лежат в отдельном пакете. Подставка для стилуса тоже удобная штука. Переходники вставляются в разъемы туго и исполнены в металлических корпусах. Перчатка изготовлена из эластичного материала. По габаритам этот графический планшет действительно крупный. Его рабочая область больше, чем medium большинства других планшетов. Планшет изготовлен из качественного пластика, поэтому на ощупь он приятный. Углы не острые, а закругленные. На лицевой стороне по центру снизу расположился логотип производителя, слева располагаются 8 кнопок управления. Рабочая область выделена 4 светящимися уголками, которые постоянно светятся. Между кнопками расположился яркий синий индикатор, который горит, когда перо касается рабочей области или когда происходит нажатие на одну из кнопок. Также с левой стороны расположился разъем Type-C, благодаря которому можно подключиться к графическому планшету. На обратной стороне по углам расположились прорезиненные ножки. В целом графический планшет сделан из качественных материалов. Также хочу отметить его легкий вес. Форма стилуса по габаритам напоминает толстую шариковую ручку. Если вы раньше рисовали только на смартфоне или планшете, то вам придется привыкнуть к его размерам. На пере расположились 2 кнопки, которые можно назначить. Стилус построен по пассивной технологии. В нем нет никаких батареек и аккумуляторов, поэтому никакая подзарядка не нужна. Для скачивания драйвера достаточно в Google или Яндекс вбить что-то типа «скачать драйвер Deco 01 V2» и на первой же строчке выходит сайт производителя. Далее переходим по ссылке. Нужно выбрать операционную систему, на которую хотим установить драйвер. После скачивания у вас должен появиться zip-файл, который нужно разархивировать. Открываем файл с расширением X для установки, соглашаемся с лицензионным соглашением PA. После установки у вас появится ярлык, с помощью которого мы и будем открывать программу. Теперь мы можем пользоваться всеми функциями графического планшета, например, настраивать рабочую область планшета, регулировать чувствительность пера и так далее. XP Pen Deco 01 V2 – это отличный графический планшет для начинающего цифрового художника. За эту стоимость вы получаете высокую чувствительность, быстрый отклик, большую площадь рабочей области и богатейшую комплектацию. Есть доставка из России.
На сегодня все. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, пишите комментарии, жмите колокольчик, чтобы не пропустить новые видео. Ссылки на все товары, как всегда, в описании и в закрепленном комментарии. Благодарю за просмотр, до скорой встречи и удачных покупок!